Для исполнения короткой программы «Налет» приглашается Маргарита Веселова, Волгоградская область. Вера Латкина прибыла с Маргаритой Веселовой в Сочи. Этого тренера мы с вами уже имели возможность видеть в Москве. А вот что касается Риты Веселовой, то она дебютирует в нынешнем сезоне. История «Кармен» от Эдит Пиаф. Все-таки, когда дело касается «Кармен», будь то оригинальная версия Жоржа Бизе, Маргарита, будь то не менее оригинальная версия Родиона Щедрина или вот это произведение в исполнении Эдит Пиаф, всегда «Кармен» вызывает восхищение. И не случайно эта музыка столь любима фигуристами и тренерами, потому что она буквально приподнимает надо льдом, в том числе и в прямом смысле слова. Нам остается только поздравить Маргариту Веселову, ведь всего 6 дней назад, 21 октября, этой фигуристке исполнилось 16 лет. К сожалению, сейчас нельзя сказать, что ее исполнение короткой программы получилось на 100%. Были сложности, и вы прекрасно это видели. Но в любом случае, эта программа останется в истории текущего турнира, и эта программа останется в памяти болельщиков, особенно персональных почитателей таланта Маргариты Веселовой и ее тренеров Светланы Хабловой и Веры Латкиной. Да, вы видите, из прыжковых элементов безошибочным вышел только аксель 2,5 оборота и Ридбергер, и в особенности каскад, который вышел на совсем неудачным. Никак нельзя записать в актив этой фигуристки. Но впереди еще произвольная программа, и можно будет многое поправить. Минус только.
эти трогательные моменты сложно переоценить. Спортсмены и тренеры из регионов еще не привыкли к такому вниманию. Я надеюсь, что вы слышали, как Рита Веселова отметила. Видите, вы и тренер. Тренер, написано Вера Латкина. Очень приятно, когда такие взаимоотношения сопровождают работу фигуриста и тренера. И, конечно, очень приятно, когда эти моменты становятся достоянием общественности. Видите, какие тонкости, оказывается, выясняются сразу после проката. Нормально не отдохнули. Видимо, была сложная тренировка. Или, возможно, только-только приехали в Сочи эти спортсмены и тренеры. И вот есть объективные причины. Да, не очень высокая сумма баллов, и она пока находится на второй строчке. Но, напомню, впереди еще произвольная программа.